хочется. О, придумал! Сегодня я буду лежать, чтобы не тратить энергию, а наоборот, копить ее. О! Ой! Нолик, привет! О, а ты чего тут валяешься? Пойдем со мной. Нам с Игриком нужно помочь с починкой ноутбука. Не, Файр, я не могу никуда пойти. Почему? Просто я очень занят. Мне нужно накопить энергию. А по-моему, ты просто не хочешь. Ну и ладно, мы и сами справимся. О, ну что, Файр, где Нолик? Да ну его, он лежит дома, энергию бережет. Ну, что ж поделать, попробуем как-нибудь сами. Угу. Нолик, привет, а мы тебя везде искали. А что меня искать? Я все время был тут. Ну, потому что нам нужна твоя помощь. Мы тут строим башню из конструктора. И без тебя никак. Девочки, я бы обязательно вам помог, но вот только не сегодня. Это еще почему? Ты же все равно ничего не делаешь. Как это не делаю? У меня очень важное дело. Я коплю энергию. А по-моему, ты просто ленишься. Пойдем, Верта, мы и без Нолика обойдемся. Пойдем. Нолик, Нолик, пошли со мной скорее. Нужна твоя помощь. Там стиральная машинка сломалась. Что-то сегодня всем нужна моя помощь, Симка. У меня большое дело. Попроси кого-нибудь другого. Да все и так заняты. Файер с Игриком ноутбук чинят для папы Дим Димыча. Верта со Шпулей тоже заняты. Только ты ничего не делаешь. Да как это я ничего не делаю? Да я из всех сил пытаюсь накопить энергию. Весь день коплю-коплю. А вы все время ходите и отвлекаете. А по-моему, Нолик, ты просто лентяй. Нолик, подай мне ключ на 32. Нолик! А, Нолик-то энергию копит. Ух! Все сама. Так. Еще. А, вот, по-моему, починила. Так, ну-ка, проверяем. Так. О, получилось! Ура! Ты дыщ! Ой, что-то скучно сидеть одному. Наверное, я уже достаточно накопил энергии. Ой, пойду-ка посмотрю, как там ребята. А то они совсем ничего не могут без меня. Ребята! Эй! Файер, Игрик, может быть, вам нужна моя помощь? Не, Нолик, уже не нужно. Мы уже без тебя справились. Все сами починили. Иди, копи энергию. Верта! Шпуля! Привет! Ну что, вам, наверное, нужна моя помощь? Нолик, да мы справились уже без тебя. Нужно было раньше. Но ты можешь еще энергию покопить. Симка, ну может хоть тебе нужна моя помощь? Не,
Я уже сама справилась. А ты иди, копи энергию. Да я уже накопил. Теперь мне скучно, и я не знаю, чем заняться. А все уже без меня обошлись. Потому что знаешь, что главное в помощи? Что? Своевременность. А ты на самом деле просто ленился, вместо того, чтобы помочь своим друзьям. Я хотел им помочь, просто попозже. Наверное, они теперь на меня обидятся и не захотят разговаривать. Симка, скорее сюда! По-моему, это Шпуля. Скорее! Мы сегодня так хорошо поработали. А теперь предлагаю поиграть в футбол. Девчонки против мальчишек. Да! Да! Нолик, ну а ты чего стоишь? Наверное, теперь никто не захочет со мной играть. Ну что ты, Нолик, не переживай. Зато теперь, когда ты столько энергии накопил, мы обязательно выиграем у этих девчонок, правда? Ага. Ты-тыщ! Ты-тыщ! Здравствуйте, ребята! О, привет, Нолик! А чем ты занимаешься? Да я все думаю про зазеркалье. Как бы туда попасть, а? Кать, тебе никогда не хотелось там побывать? Не знаю, я никогда про это не думала. А мне вот очень хочется. Там, наверное, тоже есть фиксики. Нолик, а давай попробуем. Просто скажем волшебное заклинание. Посмотрим, что из этого получится. А давай! 100 тысяч! Ты-тыщ! Привет! Ты такой же, как и я? Нет, это ты такой же, как и я. Но так и должно быть, ведь я твое отражение. Как здорово! Я так давно хотел сюда попасть и посмотреть, как все выглядит с другой стороны. Ну, тогда пойдем со мной. Я тебе покажу наш дом, познакомлю с остальными фиксиками. Пойдем! А что это у меня в глазах двоится? Это не двоится. Это Нолик пришел к нам в гости из зеркала. Привет, Симка. Привет. Хорошо, что вы пришли. Мне как раз нужна ваша помощь. А что ты делаешь? Да вот все никак не могу миксер разломать. Ну-ка, давайте все вместе навалимся. Нолики, хватайте молоток. Thank you.
же должны, наоборот, чинить приборы, а не ломать их. Разве? А нам всегда казалось, что ломать. Ну-ка, покажи, как это чинить. Неправильно. Нужно было все чинить, а не ломать. Побежали, нужно скорее остальным рассказать. Ребята, меня подождите. Спасибо тебе, Нолик. Какое же это удовольствие чинить приборы. Да не за что. Ой, я же совершенно забыл про время. Кажется, мне пора возвращаться. Эх, жалко, что ты не можешь остаться с нами. Мы тут за это время столько всего наломать успели. Ну ничего, теперь вы все умеете и быстро справитесь. А мне нужно к своим идти. Пойдем. Я тебя провожу. Пойдем. Передавай привет Симке, Масе и Папусу и всем-всем остальным. И спасибо, Нолик. И тебе спасибо. Пока. Я еще обязательно приду в гости. Пока, Нолик. Ой, ой, Катя, ты, наверное, меня потеряла. Меня не было целую вечность. Нолик, тебя не было всего секунду. Прости, не получилось у нас с тобой волшебства. Нет, все получилось. Я попал за зеркало и познакомился и с Ноликом тем другим из зеркала, и с Симкой, и Папус, и Мася тоже там были. У нас столько всего произошло. Ого! Наверное, у нас и в зазеркалье время течет не одинаково. Если у нас прошла всего лишь секунда, то у них целый день. Ну что, Нолик, рассказывай скорее про свои приключения. А мы с ребятами прощаемся. Если вам понравился наш ролик, ставьте лайки и пишите комментарии. До свидания, друзья! Тыдыщ! Ну, значит так, я попадаю за зеркало, и меня там сразу встретил Нолик! И говорит, пойдем скорее, я тебя с Симкой познакомлю. А Симка, представляешь, молотком ломает чайник. И вообще, они все приборы ломают.